Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил главный храм вооруженных сил России в Кубинке. Уже известно, что патриарх станет его настоятелем. Церемонию открытия посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она должна была состояться в день 75-летия Победы, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. На территории главного храма находится галерея «Дорога памяти», где собраны фотографии и данные более 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Длина галереи – 1418 шагов.